Международный день защиты детей в управлении Росгвардии по Рязанской области поздравили многодетные семьи. Как рассказал заместитель начальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Руденченко, среди сотрудников и военнослужащих более 30 семей, которые воспитывают 3 и более детей. В управлении Росгвардии по Рязанской области 33 многодетные семьи. И сегодня Международный день защиты детей. Мы поздравили наших маленьких ребят с этим замечательным праздником, подарили им подарки, пожелали всего самого наилучшего. В семье прапорщика полиции Дениса Новикова растут 4 детей. Ребята увлекаются спортом, рисованием и каждый вечер с нетерпением ждут возвращения папы со службы. Сегодня замечательный праздник, день защиты детей. Вот, мне хотелось бы вас с этим праздником поздравить, вас, ваших родителей, пожелать вам всего-всего самого наилучшего, подарить небольшой подарок, там сладкий подарок и подарочный сертификат на приобретение, не знаю, игрушек, чем заходится в магазине «Детский мир». С праздником вас! Всего-всего хорошего! Спасибо. Спасибо! Росгвардейцы вручили детям подарки и пожелали интересно и с пользой провести летние каникулы.